Привет, народ. Продолжаем с вами ломать голову. Вот. И следующая у нас локация здесь вот с лифтами. Будем сейчас думать, что здесь и как. Так, окей, там у нас солнце, свет, поэтому трогать его нельзя. Значит, будем сейчас записывать, наверное, наших призраков. Подчинять их ум. Так, стой, не сюда, да? Не сюда, значит, вот это вот нам нужно отрубить, вот это. Оп, включили, активировали. И отрубаем вот это, хоп. Отлично. Все, запускаем выполнение. Так, он что-то думает, думает, думает. Иди, дорогой мой, иди, включай вот этот рубильник. Вот, теперь подойди к левому и включи его. Это я его так гипнотизирую. Оп, он его это самое. Так, теперь, если мы здесь... Оп, мы выключили. Идем сюда, встаем вот здесь. Переключаемся на нашего... призрака. Так, и записываем дальше. Дальше он нам нужно, чтобы он нажал вот эту вот штуку. Оп. Отлично. Так, и запускаем теперь. Он бежит. Вырубает вот эту фигню. А мы подходим вот сюда. Вырубаем вот эту штуку и проходим дальше. Вот как мы быстро прошли. Так. Здесь такой вот ролик. Нашим городом заправляла мафия, и полиция ничего не могла с ними поделать. У меня был шикарный напарник, но как бы мы ни старались, преступники уходили от ответственности. Так продолжалось до тех пор, пока одна дамочка не погибла в перестрелке. Такая вот историю нам рассказывает. Многообещающий молодой политик. Угу. Совсем не тот эффект, что от разборки между преступниками. Невеста Эдварда была из высшего общества, весь город сочувствовал. И внезапно открылся сезон охоты на мафию, словно во времена Дикого Запада. Настал час расплаты за всех поганцев, ускользнувших из рук закона. Вот, это нам рассказывают такую историю. И сейчас мы, походу, должны оказаться в другой локации с вами. Вот, дальше. Вот, где-то мы оказались в каком-то другом месте с вами, поэтому идем, движемся. Ух ты, даже... Людям было удобно ходить на работу. Даже деревья, так, ясненько. Тут темно, там пройти никак нельзя, да? Хорошо. Значит, нам нужно идти в это, в эту локацию. Итак, проходим. Вот мы с вами пришли в эту локацию. И теперь давайте смотреть, что здесь нам нужно сделать. Так, хорошо. Давайте тогда переключаться на нашего призрака. И он идет нам от... Нажимает вот здесь. Вот. Вот. Отлично. Теперь он идет сюда. Мы двигаемся вот сюда. Он открывает здесь. Мы дергаем ручник. Вот. Отлично. Значит, нам теперь... Ох-ох-ох. Ой, видите, как хорошо. Все, я понял, в чем фишка. Значит, так, там на свет... Значит, там нам нужно будет свет этот выключить. Есть, отлично. То есть он стоит здесь. Отлично. А, стой, подожди. Нам же надо сразу ручничок этот дернуть. Открыть вот эти вот. Да. Вот, встаем мы здесь. А теперь переключаемся на нашего призрака. И... Ой-ой-ой, боже мой, куда ты пошел?
стоп. Значит, записываем следующее действие. Его. Так, окей, так, идешь ты сюда, поднимаешься вверх. Отлично. Он поднимается, бежит вот сюда, спускается. Ой, так надо ж спустись. О, отлично. Он спустился. Теперь он крутит это самое дело. И теперь... Теперь что он делает? Теперь, наверное, нам... А ну-ка, давайте запустим. Ёлкин дрын, сейчас свет опять уключится. Да. Так, давайте еще раз его запустим. Он должен подняться сейчас туда. И пока свет выключен, мы должны пройти в следующую дверь. Все гениально, Ватсон. Все мы сейчас сделаем так. Все, вот он бежит. Отлично, так. А мы идем в следующую локацию. Опача. Все, отлично, мы прошли в следующее здание. В следующую локацию. Так, ребята, ну теперь вот здесь вот нам нужно посмотреть, что и к чему, и как его разгадывать. Так, друзья, смотрим, что у нас здесь есть, что это у нас выключает. Так, так и так, да. Ага, ясненько. Хорошо, пусть будет пока что вот так вот. Это что такое? Ага, отключает. Ясненько. Значит, что мы делаем? Берем, отключаем вот это. Переключаемся на нашего призрака. Подключаем его. Ох. Стоп, стоп, стоп. А мы не можем, в принципе... А, можем. Вот, все. Проходим. Идем в эту дверь, опускаемся на третий этаж. Вот, отлично. Теперь мы проходим под вот этими окнами. Не знаю, как они его не задевают. Вот. Берем. Дергаем рубильник наш. Он нам отключает вот эти вот все дела. Потом ждет немного. Мы дергаем за ручник. А он идет вот сюда. Поднимается вверх. Вот так вот. Подбегает вот сюда. И нажимает этот ручник. Все. Записали его. Ну и теперь как бы вот и воспроизводим теперь. Так, он спускается на третий этаж, вот сюда, пригинается, вот, проходит вот здесь. Открывает лифт, теперь ждет. И сейчас он должен пойти дальше.
Так, вот он идет. А мы переключаем лампочки. Вот. Он нам нажимает на вот эту. Отлично. А мы с вами спускаемся. Вот. Стоп. Вот так вот. И теперь нам нужно как-то... Как-то вот, вот эти вот лампочки отключить. А вот как? Я не знаю. Угу. Здесь вот у нас также один этот есть, а он у нас спуститься никак не может, да? Ага, вот, все, я понял. Здесь другой у нас есть. То есть ему нужно открыть как-то лифт этот. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. В общем, у нас один призрак сверху, один посередине и сам наш детектив внизу. То есть нам его нужно через вот эти вот, через вот этот свет внизу как-то его отключить. Я так понял, да? А ну-ка, если нажать, ага, отключается, ясненько. А вот эти вот рубильнички, что они делают? Так, ага, отключает первый и третий. Ну, я имею в виду на этажах свет. Этот тоже отключает то же самое. Ну и тот, соответственно. Все ясно. Короче, записываем, народ. Так. Значит, берем. Не. Нам нужно переключиться на вот этого. Итак. Оп. Бежим. Есть. Подержали. Он пробежал. Бросаем его. Теперь нажимаем вот этот. И... Опять же бросаем. Так. Отлично, готово. Теперь нам надо вот этого второго. Так, вот этого второго. Значит, запускаем запись. Так, этот чувак у нас бежит. Вот здесь. Вот он. Подбежал. Нажал. Так, отлично. Теперь он подбегает к следующему рубильнику, дергается его. Вот, мы здесь пробегаем. Встаем вот сюда. И, в принципе, все. Так. И теперь запускаем все эти... Так, все, вот они бежат. Вот он подбегает. Кликает. Оп, мы проходим дальше. Сейчас он нам вырубит следующий рубильничек. И мы подойдем туда. Во. Есть, пробежали. Встаем вот здесь. И, в принципе, как бы все. Так, отлично, теперь нам... Ха-ха-ха-ха. Так, друзья, нам нужно, я так понял, я так посмотрел, в общем, я немножко не записал вот этого верхнего, поэтому, наверное, давайте пройдем еще раз запись. Так... Записываем его. Бежит он вот сюда.
Нажимает его. Так, есть, нажал. Отпустил. Теперь он бежит вот сюда. Кликает вот, вот здесь. Есть. Нажал его. Так, хорошо. Теперь он бежит вот сюда. Кликает на этот рубильник. Передвигаем этого нашего первого. Есть, он там встает. Бежим вот сюда дальше. И также вырубаем ему свет. Он пробегает, дергает вот там за тот рычажок и спускается вниз к нам. Так, ну и вроде бы как бы все. Теперь давайте вот этого перезапишем. Итак, бежит он. Вот, бежит наш второй. Кликает там. Оп. Там пробегает наш Джеймс. Или Джон, или как он там. Так, этот кликает. Мы пробегаем вот сюда. Сейчас он нам... Вот. Теперь он нажимает вот здесь. Мы пробегаем дальше. Вот, встаем вот тут. Сейчас он нам откроет вот этот вот рубильник. Вот, есть, отлично. Теперь мы дергаем этот рычаг. Открывается у нас вот эта штука. Он спускается к нам. Теперь мы с вами нажимаем на вот этот. Вот, отлично. И держим. Так, ну а теперь запускаем полностью эту всю нашу цепочку. Как это все должно выглядеть. Хорошо. Так. Есть. Отлично. Оп. Нажал. Сейчас он нажмет следующий. Оп, нажимает этот. Отлично, сейчас он следующий нажимает. Отключает вот здесь вот свет. Оп, пробегает этот призрак дальше. Становится посередине этих лампочек. Вот. Этот подбегает, вырубает этот рубильник. Отключается свет. Он бежит к рычажку. Открывает его. Спускается ниже. Вот. Идет к следующему рубильничку. Нажимает его. Так. Мы отключаем этот свет и проходим в следующую локацию. Вот и отлично. Вот. И следующая локация у нас. Вот. Вот тут вот нам нужно будет с вами подумать, что к чему. Смотрим, что нам здесь. Так, ну я так понял, нам сразу с вами нужно спуститься вниз. А почему я не могу спуститься? Немного не понял. Хорошо, значит, здесь нам нужно тогда перепрыгнуть, да? Здесь, походу... Ой-ой-ой. Оп. Угу. Оп.
Отлично, так. Вот. Вот мы открыли с вами. Теперь мы можем наверх подняться с вами. И теперь нам нужно перепрыгнуть. Только так, чтобы не упасть. Потому как нам надо... Опача. 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 Есть. Вот мы сюда заходим. Поднимаемся на третий этаж. И теперь с вами смотрим, что нам дальше здесь делать. Так. Угу. 20 секунд нам дает. Не, 10 секунд. Так, 10 секунд на то, чтобы выключился там свет. Да. То есть нам нужно будет успеть пробежать за это время. Так, а ну-ка, давайте для начала, если мы здесь... Ага. Ну, в принципе, успеваем. Ох. Да, ёлки-палки. Придется опять подняться. В принципе, я понял. Должны мы успеть с вами. Так. Есть. Пробегаем. 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 Отлично. Поднимаемся вверх. Вот. Теперь... Крутим с вами вот эту штуку. Вот. И... Опача. И вот мы прошли с вами. Все элементарно, Ватсон. Так. Окей. Друзья. Предлагаю на этом серию закончить. В принципе, головоломки мы там порешали все. А остальную серию мы уже будем проходить в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приглашайте своих друзей. Будет еще много чего интересного. И всем пока. С вами был SubZero.